Сегодня в Минске проходит семинар Госпогранкомитета и ОБСЕ «Роль подразделений психологической помощи в деятельности пограничных и правоохранительных ведомств». В его работе принимают участие представители погранведомств Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины, а также Управление Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций, Международной организации по миграции, Белорусского общества Красного Креста и общественной организации «Ластрада». Пограничная безопасность является одним из важных составляющих вообще безопасности. В ОБСЕ, знаете, такой всеобъемлющий подход к вопросам безопасности. И особенно процесс КОРФ придал толчок вот самому новому диалогу европейской безопасности, где Беларусь, кстати, очень играет активную роль. Поэтому в рамках вот этого диалога, вот этого сотрудничества, это очень важно, потому что в результате этого проекта, я думаю, погранкомитет будет в состоянии внедрить такие современные методы, как сказать, ну, скажем, стандарт психологической службы. Участники семинара презентовали свои модели организации психологической работы. Совместный проект Госпогранкомитета и ОБСЕ «Содействие реформированию органов пограничной службы Республики Беларусь» действует с июля текущего года. В его рамках белорусские специалисты уже смогли ознакомиться с организацией психологической работы пограничной стражи Польши, а также изучить психологическое состояние военнослужащих в пунктах пропуска. Двухдневный форум в белорусской столице позволит специалистам обменяться информацией и опытом по актуальным проблемам в сфере психологической работы. С тем, чтобы нам сегодня не замыкаться в рамках своих внутренних исследований, а посмотреть и на опыт соседних государств, чего они достигли, что им удалось, что им не удалось, вот, чтобы объединить эти усилия и идти дальше.